Меня зовут Владислав, я из Нижнего Новгорода и приехал к вам показать электроденс. Электроденс, а у нас такого еще, походу, не было. Я не знаю, просто, я-то уже вообще не в курсе, что я это такое. Я в этом профан. Ты... Вот так парень из Нижнего Новгорода расшевелил сразу всех членов жюри, хотя казалось, что за 3 сезона проекта удивить их уже невозможно. Это молодой стиль, и пришел он в Россию с Парижа 7 лет назад, рассказывает Владислав и начинает танцевать. Пожалуй, если б неизвестный во всем мире хореограф Филипп Пакман, который в этом выпуске популярного танцевального телешоу был приглашенной звездой, вряд ли бы Владислав стал участником проекта. Честно говоря, я не знаю, как ты справишься в следующих этапах. Мне показалось, что у тебя получилось сделать то, что ты задумывал, поэтому для меня ты в танцах. Ты в танцах. С Владом мы встретились в танцевальной студии в Нижнем Новгороде. Здесь он учит подрастающих электроденсеров. «Вы только, пожалуйста, не перепутайте», — просит нас Влад. Несколько лет назад в России все танцевали тектоник, но на самом деле такого стиля нет. Сначала электроденс появился во французских клубах, а марка одежды «Тектоник» выпустила для танцоров футболки. С такой ошибкой танец и пришел в Россию. Я поступал в кадеты и увидел, как парень именно, то есть, танцует электро. Вот. Ну, сразу я передумал поступать в кадеты, специально завалил экзамены, чтобы именно приехать домой, посмотреть обучающее видео, которое я нашел, и все, я понял то, что, ну, мне нравилась электронная музыка, это мое. Я просто понимал то, что стиль мой сейчас нуждается именно, как бы, в просмотрах, он недооценен, и туда пришел, чтобы доказать то, что электроденс – это стиль будущего. Владислав стал не единственным танцором из Нижнего Новгорода, кому удалось поразить наставников проекта. В отличие от электроденса, стиль вок хорошо знаком всем зрителям проекта. Его отличительные особенности – быстрая техника движения руками, вычурная манерная походка, падение, вращение и обильное количество позировок. Это был лучший вок сегодня. Спасибо. После такого громкого заявления участницу просто не могли не взять в шоу. В Нижнем Новгороде Наташа тоже работает хореографом. Ее ученицы еще с 1-го сезона мечтали увидеть Наталью в проекте. Хореографию я ставила сама. Помогал мне мой муж. Он мне всегда помогает, смотрит, он тоже танцует. Вот, говорит, где что поправить, где убрать. Вот. Но в основном это моя хореография, то есть я сама занимаюсь этим. Ставила, ну, неделю, может быть, когда дочку отвезла в деревню. У меня была неделя, когда мама сидела. Вот, поставила номер, половина была импровизации, половина хореографии. В студии, где преподает Наташа, с нетерпением ждали ее возвращения, но еще больше выхода эфира. Мы с подругами, которые занимаются тоже со мной, и все сидели у телевизора и думали, а сейчас увидим Наташу, ее очень переживали тоже. И когда увидели, мне выступление очень понравилось, и все мои друзья, все, кто занимается, знают, были в восторге. Папе, маме очень понравилось, они не думали, что из обычной школы, ну, городской, может на такой уровень подняться. Сейчас электронная почта Наташи и Влада разрывается от сообщений поклонников. Среди них едва не затерялась и от нашей телекомпании. После того, как закончатся эфиры с кастингами из городов, а впереди еще Санкт-Петербург и Москва, начнется следующий этап – отбор в 24. И если вы еще не определились с фаворитами, предлагаем болеть за нижегородцев. Алевтина Батурина, Олег Климин, «Объективное на НТВ».